Всем привет, вы на канале Юрий Мастер. Есть вот таких две пары кроссовок Nike, как раз для тренировок. И там проблема с задниками. Будем это все усиливать, проклеивать, сделать здесь из эвы подложечку. И, естественно, задники будут с подворотом для спортивной, для тренировок. Итак, здесь вот мы все промазали. Собираем все эти махрушки, где нужно было, я все поотрезал лишнее. Все остальное я поприклеивал на место. И вот тут, где гранитоль вот потрескался внутри, все поприслонял как бы к стенке, к задней поприклеил. Сейчас дополнительно еще заклеим вот такую кожицу возьмем. Прикроем все это дело сверху, чтобы оно не отрывалось. Именно вставочкой небольшой. И только тогда уже будем делать подворотный вот этот задний. Выкройки подготовили, ну, вырезали, у меня была предыдущая, тут вот такая форма, а здесь как бы двойная, поэтому да, естественно, сделали скотчем, сняли двойную. Все будем сейчас дублировать на сеточку, вырезать. Погнали. Так, в общем, здесь, где нужно было, там вот внутри, здесь повыше вставил на кушечку из эвы и закрыл все вот эти вот поломанные места, да, закрыл кожицей. Теперь легко можно, то есть там все ровненько, все гладенько, можно делать именно задник с подворотом, именно вот этот тканевый. Что для чего? Потихоньку, так же как и здесь, вот красоту наводим везде, на каждой паре, закрываем все вот эти вот потрескавшие, заломанные, чтобы они потом не отрывались оттуда, не впивались в ногу. Все прикрываем кожицей, все, делаем выкроечку и вперед. Все клеим, выравниваем. Нужного размера, чтобы она там нигде не выпирала, не было больше объема, чтобы нога сидела правильно. Именно для этого и сбрусовываем правильно все. Сразу чуть подсушиваем. Достаточно. Внутри я уже все намазал. Берем, укладываем правильно. Вот так вот. Сейчас. Тут красивенько было все и ровненько. Опа. Опа. Сейчас покажу. Опа. А? Глянь. Видишь? Весь вот этот вот залом полностью прикрываем до самой ткани. И все. Давай вторым. Обязательно все после приклейки прогреть, чтобы клей подсох внутри, прогрелся. И обязательно идем отстукиваем. Все идеально, внутри все ровненько, красивенько, нигде ничего не выпирает, не мешает. Здесь также прям идеально. Видишь, вырезал кусочек, тут прям целая ювелирная, не то что там вырван кусок. Вот там вот, вот видишь. Так что надо вот взять, что, вверх ногами, вот оттуда вот так бубус. Дырочку тоже заталкиваем. О, ой, как замечательно. А то дырка прям ощущается. И мы ее туда вот толкаем. Естественно, я ее сбрусовал, подготовил. Все идеально.
Так, теперь у нас кожица идет. Вытягиваем, загибаем сюда же. Вот сюда бабац, вот сюда бабац. Там прижали, вытянули, прижали. О. Все, прогреем, отстучим, сейчас все ляжет. Так, сетка. Здесь делаем запас. Перепускаем вот так вот на сантиметр полтора. Правый-левый отличается. Обязательно нужно делать правый-левый. Смещение идет на одну сторону. Если мы прям в идеал выкраиваем, то здесь вот получается неровно. Если отсюда, то здесь уже неровно. Ну так должно быть. Итак, в общем, вырезали. На эту пару вырезали. И на эту пару вырезали. Сейчас будем это все вклеивать. Итак, вклеивать будем не на нарит, как раньше, а вот на эту ленту. Я ее протестил, очень хорошая тема. Двусторонний скотч, не знаю, какая-то фигня, тонкая двусторонняя клейкая лента. Так что будем вклеивать ее по периметру и на нее уже сажать этот задник. Так что погнали. И удаляем вот эту вот. И остается только клейкая вот эта вот пленка. Все, поприжимали, и держит она очень хорошо. Сначала пришьем, а потом, что если есть лишнее, мы его чуть-чуть уже тут подкорректируем, подрежем. Прощупываем, где здесь внутри получается этот вот подворот, чтобы не выйти на него. Он хорошо ощущается, этот бортик, так что шьем как раз внутрь. Ну вот. Идеально. 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 Так, смотрим, что у нас в итоге. Именно вот эти вот ухи меня интересуют. Как оно, в принципе, будет по выворачиванию. Вытягиваем их, хорошо выворачиваем. Ну, шикарно, идеально же. Ну, шикарно. Оно ложится плотненько, все шикарно. Внутри задник я делал специально, чтобы он был не глубокий, чтобы без подворотов. Как раз до затяжной. Мы внизу, по низу ее будем вклеивать. Вот это все подтягивается. Подворота вот этот вот, я уже тут провелся. И, естественно, намазывается вот эта вот внутряночка. Именно по пятке, не дно, а боковуха. Все, именно вот это вот мы туда будем фиксировать. Это все на место укладываем, именно укладываем, грамотно вклеиваем туда, где оно должно быть, чтобы был хороший натяг, но чтобы не было в то же время больших морщин и излишков. Ну вот, одну сторону уложили, посмотри, на тут, вот одну сторону вот уложили, вот видишь, ровненько, как раз по борту. Выкройка ровная, хорошая. Сидит все плотно, хорошо. И таким макаром все остальное также укладываем.
Так, закончили мы с кроссовочками. Вот такая вот подгибка, везде ровненькая, стабильная, хорошая. Вот так вот это внутри выглядит. Так что все отлично. Все. Закончили мы с кроссовочками. Все, как всегда, все прекрасно, шикарно, идеально. Здесь потребовалось где-то на одном приклейку, почистил старый клей, который был. Ну все, все готово.